Тем временем до сих пор идет расследование трагедии на другой карагандинской шахте. Подозреваемые в смертельном ЧП на шахте имени Ленина забросали суды жалобами на полицию. За 9 месяцев поступило более 50 обращений. Все это тормозит работу, заявили в интервью нашему телеканалу в прокуратуре Карагандинской области. Процесс расследования еще затягивается также и из-за участников уголовного процесса. Дело только по запросам следственных судей. Более 50 раз направлял следственный суд по жалобам, которые были направлены в порядке статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса. Напомню, трагедия на шахте имени Ленина компании ArcelorMittal Темиртау произошла в ноябре минувшего года. Внезапный выхлоп метана и пожар унесли жизни 5 горняков. Еще 4 пострадали. Специальная правительственная комиссия признала 100% вину работодателя. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». Его фигурантами стали ответственные должностные лица. Шахта им грозит до 8 лет тюрьмы. Вот только никто так перед судом и не предстал. Семьи погибших горняков требуют ускорить работу и наказать виновных. Прокуратура на это отвечает, что дело объемное, уже опрошено 250 свидетелей, проведено 14 экспертиз. Кроме того, вопрос ответственности зарубежных инвесторов выделен в отдельное производство, которым занимаются спецпрокуроры.